Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть спустя довольно долгое время Симпсоны Удари Беги. Короче, мне помогли тут немного с игрой, подсказали про то, что Лукас мод лаунчер есть, которым можно сделать так, чтобы свободно перемещалась управлять камера, и разрешение высокое стало. Собственно говоря, стало куда удобнее. Чувствительности, правда, что-то не хватает, но тем не менее. Так, поговорить с профессором Фринком. Какая кнопка, я забыл что-то. Мне это очень нужно, дай одну. Посмотрим, что можно сделать, мой сообразительный друг. Мне нужна энергия жестоких видеоигр, чтобы запустить мое последнее изобретение страшного монстра. Если ты найдешь радиоприемник времен Второй мировой и спутник, тогда мое создание оживет, и мы сможем поиграть с ним немного. Ух ты, настоящее насилие гораздо лучше, чем насилие по телевизору. Как будто автобус ожил. У кого может быть радиоприемник времен Второй мировой войны? Может, у старого Нельсона? Нужно самому проверить. Какое такое изобретение, блин. Так, иди в хранилище Германа и возьми оттуда для профессора Фринка радио времен Отечественной войны. Барт Симпсон, к вашим услугам. Так, ну поехали. А мне его что, обогнать надо или что надо мне сделать его? Или протаранить? Нет, скорее... Нет, мне не протаранить его надо, мне надо следить за ним. Просто следовать. За ним надо. Ну ладно. Блин, реально, прям с более высоким разрешением играть куда кайфовее, действительно. Ох, ямки какие. Только вот чую, записи, записанный файл будет еще больше места занимать. В то время как предыдущие файлы записи с камеры, с экрана, они, с экрана игры, они занимали там больше 10 гигабайт. Бывало даже, что еще больше. Я чую, с высоким разрешением будет еще больше. Но проверим, посмотрим. Но надеюсь, что не сильно больше. Ага. С шефом полиции поговорить надо. Почему? Мы же к Герману вроде же направлялись. Эй, коллега, в чем дело? Ты слышал, Германа ограбили. Ты ведь не знаешь, кто это сделал? Ведь если бы знал, то обязательно мне рассказал, правда? О нет, где мне взять радиоприемник? Этот новый путь, уводящий от греха и преступления, мог бы быть решением. Но кому я это рассказываю в самом деле? Да, найди вора. Ну, этот змейк, или как там его зовут. А, ехать надо. Да, как я уже говорил, дети на тачке — это пипец странно. Снейк или змейк. В разных переводах по-разному. Змейк или снейк. Эй, что случилось? О, я тебя знаю, малыш. Мне нужен этот радиоприемник. Ни за что, маленький приятель. Это радио мне нужно самому. Так как мне известно, девчонкам нравятся быстрые машины, напичканные электроникой. И зачем нам эти гонки? Я полностью согласен с твоим предположением. Отвези Снейка на стадион. Ага, кто быстрее. Так, а тут... Так, ну когда управляешь персонажем именно, то камеры и можно крутить во время... А в транспорте нет. Это делает как бы похожий на GTA 3 Vice City оригинальный. Там во время там, когда управляешь персонажем, можно крутить камеру. Правда, вместе с камерой крутится и персонаж сам. То есть он всегда к нам будет повернут спиной. Но в автомобиле камера не вращается. Она там, ее там можно поворачивать, только нажимая специальные кнопки. Которые там нажмите, например, C, это чтобы смотреть назад.
еще какая-то там влево-вправо. Но поворачивать свободно там ее нельзя. Куда? Нет, быстроходный... Вот, быстроходная фиг знает что. Барток куда быстрее. И гонка, кстати говоря, была недолгой. Тарелку. Где она еще может быть? О, я знаю, у Трэша. Красти бургер. Музыка такого стиля мне прям нравится. Папа заплатит за все. Ты это что, гонки предлагают, типа? Летус. Здравствуйте, мистер Слэдж. Да, я. Одолжи спутниковую тарелку. Конечно, если ты поможешь мне решить мою проблему, изворотливый городской молодой человек, то я не останусь в долгу. Интересно, что там надо? Собери мясные вырезки до того, как закончится время, избегая пу. А, то есть, помочь ему что-то, помочь ему ограбить магазин, что ли, или что? А. Это так круто! А, просто ехать по городу и собирать эти хрени, но при этом, чтобы об этом не узнал господин Апу. Даже не позвали меня. Ой, он нас же сейчас задавит. Ёшкин кот, вот это жесть была. Все. Все, трындец. Я станет еще беднее. Это не я. Я была так близко. Ну блин, ну поезд-то. Машинист поезда дебил. Машинист поезда дебил. Он что не видел, что сзади творится? Что ли? И вот этот тоже дебил, который сейчас там завернулся. Только что. Ай, блин. Раньше я такого не видел. Бери свою машину, идет. А, это надо в обратную сторону. Да где-то там объезд в дороге. Пока что нам надо где-то тут съехать. Так, едем пока... Ох, я уже думал, сейчас перевернемся. Ой, мой череп, мой прекрасный череп! Что бы там ни произошло, это не мое дело. А мы за 20 секунд успеем все оставшееся собрать? Я что-то не уверен. Боже мой, 10 секунд, а нам еще 4 штуки надо собрать. Отвали дорогу, чувак. Это хорошее школьное развлечение. 3 секунды, 2 секунды. Не, все, не получилось. Отстой, просто отстой какой-то. Ну, чуть-чуть не хватило. У тебя получилось. И с этим дурацким поездом реально задержка какая-то. И машинами, которые мешают мне проезжать. О, пончики тут у нас еще есть. Только статуя с пончиком выглядела как-то не так. Дайте проехать, дайте проехать. Осталось 47 секунд.
Ну быстрее, блин. Играем-то мы за Клетуса, по сути, раз он за рулем. Пятнадцать секунд, а нам надо еще собрать. Ну ладно, сейчас-то уже... Сейчас-то успеваем. Задание выполнено, отлично. А теперь у нас есть минута чуть больше, чтобы доставить все обратно. Интересно, а где надо было избегать Апу? Я что-то его не встретил ни разу. Или он... А, нет, 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 мы же уже не уложились в один момент. Там не было Апу. Так, короче, фиг его знает, я не понимаю. И при чем тут Апу, и где он вообще должен появиться? Подождите, а мы кругами едем, что ли, или что? Нет. Осталось 10 секунд, и нам надо доехать. Я стану покупателем великолепные товары. Я думаю, вам это понравится, потому что мне это очень нравится. У нас есть минута, чтобы уехать от Апу. Вот где Апу. Вот, все. Теперь ответ на вопрос мы нашли. А, все, что ли? Делаем запрещенные вещи. Красти бургер делаются из дорожных остатков. Вот как объясняются следы шин. В награду возьму эту спутниковую тарелку. Она ловит 4 канала, включая специальный канал. Я обожаю его смотреть. Спасибо, Билли. Разорвано. Отлично. Езжай к стадиону. А где моя? А где тачка моя? Такси. Такси, 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 говорю. Куда? Такси, я сказал. А другую какую-то машину можно взять вообще, нет? Можно. А, подождите, нас какой-то левый человек вообще везет. То есть, как бы мы не воруем машину, а нас просто кто-то подвозит. Это как бы, типа что, чтобы типа не воровать машину, а нас подвозит кто-то. Но тем не менее, это все равно дает нам возможность покататься на любой тачке. Опять фринт. Спасибо, что подвез, братан. Ты думаешь, что я смогу сделать это без миксера? Может, ты еще захочешь, чтобы я в теннис играл без ракетки? Принеси мне миксер, иначе я ничего не смогу сделать. Так, где же мне найти миксер? О, доктор Ник, у него полно разных инструментов. Доктор Ника Ивьеро. Так, ладно. Здорово. Здравствуйте, доктор Ник. Оу, приветствую всех. Ты похож на пьяницу. У тебя блендер есть? Не сейчас, хорошо. У меня сбежали обезьянки. Поможешь мне их поймать? Я буду очень благодарен. Почему они к тебе вернутся? Потому что я их ужасно пытал, тупица. Я не смогу поместить все это в свою машину. Мне лучше найти большой грузовик или что-то в этом роде. Для выполнения этой миссии тебе нужен грузовик МП Плуга. Купи его у Гомера на больничной автостоянке 200 монет. Помни, для вызова транспорта используй телефонные будки. Да. Так. Где Гомер? Вот он, Гомер. А монет у нас сколько? Я что-то... Они не показываются здесь. Так, папочка. Мне нужен мой грузовик. Почему должен это давать? Я люблю тебя. Весоменькая причинка, я бы сказал. Да. Нет, у нас не хватает монет.
Короче, едем искать ящики и монеты. Это слишком круто для школы. Ой, господи, что это так? Что это он сейчас? Где мне найти ящики? Ой, а машина-то уже кирдык сейчас придет. А, вот я, вот один ящик. Ой, как больно! Детям нельзя давать так много заданий. Ешьте мою пыль, слабаки. Так, ладно. Сколько-то там монеток мы взяли. Теперь едем искать еще монетки. Нам надо 200. А у нас всего 130 было. Я, к сожалению, сейчас проглядел, сколько именно там было. Подождите, а напомните мне, пожалуйста, кнопка атаки какая у нас? Давно не играл в Симпсонов. Атака. Кнопки атаки нету. Почему? Я не понял, а почему нет кнопки атаки опять? Я же в прошлые разы она была. Ну, короче... Стоп, сколько там монет было? А, 189, еще немного надо осталось. Ну, короче, потом разберемся, куда делать кнопку атаки. О, теперь монеток хватает. Время разбоя на дорогах в стиле Барта Симпсона. Ух, неплохо. Просто ад! Вот это поездочка! Мне нужен мой грузовик. Почему должен это давать? Я люблю тебя. Возможно, сынок. Ты обвиняешь своего собственного сына? Да, думаю, это так. Так, покупаем. Не, реально, что с кнопкой атаки-то такое случилось? Ой, господи, что за бред, а? Ну, в прошлый раз же настроил кнопку атаки, что с ней опять? Не то. Без кнопки атаки реально некоторые возможности ограничены. За 4 минуты собрать обезьянок. Искать обезьян, в принципе, тут... А тут... Ага, тут залезать надо куда-то. Кто это сказал? Там, может, там где-то вход есть? Не, входа нету, можно только забраться. Но на крышу же не залезешь. А, машину подвинуть надо туда. К бару. Вверх, вверх и готово. Баскула. Ясно, с этим разобрались. Ешь это дерьмо, дерьмоед. Помню, это здесь и раньше было. Ох ты, славно. Так, осталось меньше 2 минут.
А нам еще надо собрать... Ой-ой-ой-ой-ой, как много. Чую, чую, сейчас мы провалим это дело нафиг. Квест какой-то у нас реально пошел, потому что сходи к одному, принеси то, принеси все, а мы в ответ тебе дадим то, что тебе надо. Блин, а она внутри же обезьянка одна, да? Придется запрыгивать еще и туда. Страшно, приятель. Вот так. Это было просто ужасно. За 40 секунд. Успеем ли? Вероятность не очень высока. Осторожно, все нужно делать аккуратнее. Это хуже город. Ой, это же это центр города, кстати. Статуя Джебедайн Спрингфилда. А не, 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 все, миссия провалена, мы никак уже не успеем. Это не, мы никак не сможем это успеть, нет. Очень слишком мало времени, настолько обезьян дают нам. Меня это устраивает. Полный вперед. А почему вообще мы должны были покупать у Гомера плуг? Почему просто в одолжение нельзя было взять? Не чужие, не, они же не чужие. Это давай, отец давай. И сын, блин. Вообще ничего не понимаю. Наконец-то годы упорного труда приносят свои плоды. Ладно. Хорош так, ё-моё. Так, тут собрали. Ну, ёшкин кот, давай, давай, давай. Так, ладно, будем собирать, который ближе сейчас. Да. Получай. Так, машина задымилась тут у кого-то. Статуя основателя Спрингфилда стоит. И денег очень много мы заработали одним ударом. Странный, да. О, это так круто. А что это? А что это за? А что это за красная шкала? Это я слишком много людей убил, что ли?
сбил, точнее, они что-то не умирают, просто злоупотреблять, видимо, этим нельзя. Отлично, последнее. Все. Шкала нарушения, наверное, что-то типа того, я так полагаю. Возвращайтесь домой, маленькие ангелы, я установлю электрические устройства в ваши мозги. Чего, блин, миксер? Чего он вставит в мозги, блин? Ух ты, это было так круто! Ой, так. Латайте за мной пыль, пылесосы. Пылесосы? Тут все с юморком, блин. Да, я понял, да, шкала это заполняется от того, как мы нарушаем. Насколько сильно мы нарушаем. Вот твое последнее дело, папа, а теперь можно посмотреть на тракозавра? Да, о чем я хотел бы сказать. Это то, что слишком много людей используют мобильные телефоны, которые вызвали сбой в системе управления чудовищем, которая после этого убила многих людей. И моя страховка взлетела до небес, учитывая различные наценки и все остальное. И? Уничтожь машины людей с мобильными телефонами за отведенное время. Надеюсь, это последнее задание от него. Впрочем, наш плуг уже не в самом лучшем состоянии. Я напугана, я не знаю, где я. Это не мой день. Чего? Думаю, виновата навигационная система компьютера. Нет. О, повреждается, вон, какой грязный стал, или что это значит? Это было так круто! Блин. Так можно и свою машину угробить тоже. Я заработал на этом $900! Где это ты заработал на этом $900? Чё ты говоришь, блин, такое? Он кругами ездит. Я полагаю. То, что он кругами ездит, он, конечно, дебил. Я просто уточнил. А, блин, ну чё, еще один удар надо? Гонку в стиле Барта Симпсона. Блин. С запозданием немного я заехал. Так, следующая машина. А где мы... А как мы свою машину будем? А, вот. Чинить. Вот тебе. Это долго будет, я чувствую. Этот в другую сторону едет. Чуй, кирдык скоро придет плугу нашему. Я уже задолбался на этот дым смотреть, если честно.
твой ужин. Вот это круто! Кажется, я что-то сломал. Энергия, прошу, нужен сахар. А фургончики можно в эти садиться? Можно. Всегда мечтал на фургончике покататься. Любой желающий может любого, кого мы пожелаем, может нас подвести. Как офигенно. Да блин, не в ту сторону. За 10 секунд его надо умудриться догнать. Нет, мне не хватило. У тебя получилось. О, какой кошмар, я ухожу. Барт Симпсон, к вашим услугам. Короче, ребята, я не смог пройти ни со второго, ни с третьего раза. Это слишком сложно. Давайте на следующую серию отложим. И так очень много времени отняло это. На сегодня все. С вас подписывайтесь. С меня печень видосы. Подписывайтесь на стримский канал, на влоговый канал, спайдеру ВКонтакте. И всем пока.